Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Итак, мои хорошие, я отвязала уже, получается, спинку моего прекрасного джемпера, который я, наверное, так и назову, жгуты на резинке. Он очень-очень простой в исполнении, но очень, думаю, будет эффектным. Перед я уже вам показывала. И судя по вашим многочисленным комментариям, на которые я мало кому ответила, я поняла, что вы все ждете мастер-класс именно вот этого скоса плеча и углубления горловины, что я сегодня вам и покажу. Ролик будет, думаю, интересен не только для начинающих, поскольку я покажу не только скос плеча и углубление, но и мою самую, на мой взгляд, незаметную разворотную петлю, которая как-то, ну, сама собой пришла мне на ум. В общем, поделюсь этими секретиками. Ну, а вначале хочу показать вам, какое разное полотно до стирки и после стирки, чтобы вы не пугались и чтобы вы правильно смогли сделать расчет для вашего изделия. Вот посмотрите, левая сторона у меня уже отстирана, я ее не гладила, просто отстирала. Думаю, что такой узор, наверное, не нужно гладить, хотя я любительница, но тут я сдержалась и ничего не гладила. Вот, а правая сторона не отстирана. Вот посмотрите, какая разница. Чтобы вы, когда вы будете рассчитывать свою ширину изделия, чтобы вы понимали, что вот этот узор жгуты, он очень сильно пружинит, и как бы нужно делать на это расчет. Сейчас я приложу, чтобы было совсем уж понятно, насколько это меньше. Я вяжу на размер 48-50. Это будет не оверсайз, это будет, поскольку узор такой прилегающий к телу, стретчевый, то это будет, скорее всего, обычный свитер. Вот я сложила сейчас вот здесь вот ровненько край. И вот посмотрите, где-то на сантиметров 9 полотно увеличится в ширину. Я в прошлом видео сказала, что это практически не изменилось. Может быть, кто-то меня неправильно понял. Я имела в виду, конечно же, не когда вот так вот лежит полотно, а я, конечно же, его немножко распрямляла. Вот. Ну, а если совсем не распрямлять, то вот насколько получается реальное полотно, когда вы его отстираете, оно, конечно же, увеличится и в ширину, и в длину. Итак, я сейчас расскажу вам о начале вязания. Как вы видите, у меня здесь 8 кос, а значит 8 рапортов узора. Вы можете сами регулировать, я уже вам говорила, что вот эти вот прямые линии вы можете сами регулировать, сколько там у вас будет петель. Также можно регулировать и жгут, тоже из разного количества петель. В общем, этот рисунок, ну, полнейший полет фантазии, и можно подогнать под любой практически размер. Я буду говорить то, что у меня, ну, а вы там будете уже рассчитывать на свой размер, прежде чем мы перейдем вот непосредственно к мастер-классу по вывязыванию углубления горловины и скоса плеча. У меня 134 петли. Из них 4 петли для симметрии и 2 кромочные. Я начинала вязать, набрала на спицы обычным, самым обычным набором петли.
И первый ряд я начинала вязать изнанку, чтобы вот здесь вот был красивый краешек. То есть, я думаю, понятно. Начинаем вязать с изнаночного ряда. И у меня здесь идет кромочная, 4 получается изнаночные на лице, а не лицевые, 2 лицевые, 8 изнаночных, это жгут, 2 лицевые, потом 4 изнаночные, и узор повторяется. Я думаю, что это понятно. Так я вязала по лицу, конечно же, здесь что получается? Кромочная, 4 лицевых, 2 изнаночных, 8 лицевых, 2 изнаночных, 4 лицевых, 2 изнаночных и так далее. Вот таким узором я провязала вверх до первого перекрещивания 20 рядов. Вот это у меня 20 рядов. Вы можете сами регулировать. Кроме того, на той картинке, на заставке, где я нашла идею этого, значит, свитера, там есть, присутствует резинка 1х1. Я вяжу просто без резинки. Итак, я провязала вверх 20 рядов, просто лицевые, изнаночные, вот в таком вот порядке. Потом у меня пошло первое перекрещивание в 21 ряду. Перекрещивание у меня идет, как вы видите, с наклоном влево. Я думаю, что вы знаете, как это сделать. То есть доходим до петель перекрещивания, снимаем 4 петли на дополнительную спицу, оставляем их перед работой, провязываем 4 лицевые и потом провязываем 4 лицевые с дополнительной спицы. Получаем жгут. Вы можете делать наклон, там, допустим, вправо. Тогда эти снятые петли мы оставляем за работой. Это я объясняю, ну, для начинающих. Дальше. Второе перекрещивание у меня идет, получается, в 12 ряду. Если этот ряд не считать, ну, то есть мы ряд перекрещивания не считаем, дальше провязываем 11 рядов, а в 12 мы делаем опять вот эти перекрещивания. То есть шаг у меня 11 рядов. Ну, чтобы это было понятно. Как просчитать эти ряды, чтобы не ошибиться? Вот наша дырочка, это ряд перекрещивания. А дальше по петелькам вы можете просчитать, сколько рядов вы сделали. И так считаем. Вот эту не считаем, это ряд перекрещивания. И вот считаем 1, 2, 3, 4 и так далее по лицевым рядам. Чтобы не ошибиться, вы можете все это дело просчитать. Дальше, когда я это все связала, я перешла на спицы другого размера. Вот это я вязала спицами 4,5, там где жгуты. А переходя уже на сплошную резинку и на другой цвет, я поменяла спицы на 4. Провязав какое-то расстояние, ну, приблизительно это у меня расстояние ширины проймы для рукава. Здесь где-то 23-25 сантиметров. Смотрите сами, какое вам нужно. Я вязала просто прямо, без всяких подрезов. Так гораздо удобнее потом будет вшивать рукав. Гораздо удобнее, причем здесь спущенное плечо. Поэтому я посчитала, что здесь подрезы мне не нужны. Ну вот, в принципе, и все. Все рассказала от начала и до вот этой части. И как вязать вот это, я вам сейчас покажу. Но прежде чем я вам это покажу, посмотрите, какой подарок новогодний меня ждет. Я уже заказала, и мой любимый Дед Мороз мне подарит вот такой подарок, набор деревянных съемных спиц от Knit Pro, называется Ginger Deluxe. Вот такой набор я получу буквально через несколько дней. И, конечно же, вам потом его покажу и расскажу о своих впечатлениях. Этот набор еще, сама вот эта коробочка или футляр
для этих спиц. Он еще и служит планшетом. Планшетом с линейкой, с магнитиками. В общем, вот так вот немножко я хвастаюсь. Я жду вот такой прекрасный набор. Ну, а сейчас давайте перейдем на стол, и я вам покажу подробно, как я это делала. Итак, нам понадобится 4 маркера. Ну, сейчас понадобится 2. Мы должны выделить центр или те петли, которые нам нужны для выреза горловины. Померите вот здесь вот так, чтобы у вас пролезала голова и чтобы вам было комфортно. Я выделила, у меня здесь 8 вот этих вот жгутов. Я взяла 4 центральные жгута, то есть получается вот они, и по конечной изнаночной петле. То есть вот здесь вот я должна поставить маркер. Сейчас мы поставим маркер с одной и с другой стороны. И начнем вывязывать сначала скос плеча до определенного момента. Значит, я вот так вот сделала с одной стороны. Так, раз, два, три, четыре. И вот она, крайняя изнаночная. А сделаем с другой стороны. Естественно, я буду вязать спинку сейчас, но на базе того, что я вам сейчас покажу, вы свяжете перед. Перед у меня немножко глубже, естественно, а спинка здесь будет более такой пологий вырез, то есть меньше. Значит, соответственно, у нас по спинке нужно сделать меньше разворотов. По лицу у меня 6 разворотов. По спинке, я думаю, что я сделаю 4 разворота. Значит, что мы сейчас будем делать? Сейчас от начала вязания я сейчас провяжу без вас вот этот вот лицевой ряд практически до вот этого, получается, левого плеча. И оставлю здесь 2 петли. Вот сейчас вяжем по рисунку этот ряд. Когда дойдем вот до этой петли, я включусь и покажу, что мы будем делать дальше. Итак, я дошла практически до конца ряда. У меня здесь осталась моя кромочная с накидом. Это 1 петля. И еще 2 петли. И вот эта третья, это петля разворота. Вот смотрите теперь внимательно, как я придумала сделать самую незаметную петлю разворота. Я, честно говоря, нигде такое не видела. И смотрите, как я делаю. Я вступаю на петлю ниже и протаскиваю, если это лицевая, конечно. У нас сейчас идет лицевая, поэтому входим на петлю ниже, делаем захват петли и вот так вот вешаем эту вытянутую петлю на нашу лицевую. Все, дело сделано. И все, теперь разворачиваемся и вяжем по рисунку до конца ряда. В конце ряда делаем то же самое. Это уже будет наш изнаночный ряд. И если там попадет на изнаночную, там попадает на изнаночную петлю, я покажу вам, как делать эту петлю разворота, если у нас изнаночная петля. То есть сейчас мы просто вяжем по рисунку. Какая там у нас, сейчас подсмотрю, изнаночная идет. Я вяжу восточным методом вязания. Просто вяжем по рисунку. Может быть, у вас вообще другой рисунок будет. Вяжем до конца ряда, не довязывая 3 петли. В конце ряда встречаемся. Итак, я дошла до конца, теперь уже изнаночного ряда. Опять 3 петли. Вот она, петля с накидом кромочная, 2 и 3. Четвертая петля, петля разворота. Она третья, если не считать кромочную. Да, у меня вот здесь вот, забыла вам сказать, горловина, где мы с вами отделяли, вот здесь получилось 60 петель. У вас, конечно же, может быть ваше количество.
Итак, нам нужно сейчас выполнить петлю разворота изнаночную. Что мы делаем? Входим с другой стороны на петлю ниже, вот сюда, и вытаскиваем изнаночную. Вытащили, но теперь вытаскиваем правую спицу и меняем положение петель. Спицу с левой, вернее, петлю с левой спицы снимаем и потом одеваем на спицу ту петлю, которую мы вытащили. Вот мы сделали изнаночную, незаметную. Она будет практически незаметна, поверьте мне, петлю разворота. Все, разворачиваем вязание. Теперь мы сделали петлю разворота один раз, получается, с двух сторон. С лицевой и теперь с изнаночной. Вот посмотрите, как выглядит петля разворота при таких манипуляциях, которые я вам показала. Она сдвоенная получается. Сейчас мы ее оденем, я же ее не переодела. Вот она. И переснимаем это на левую спицу. Вот. Все, теперь разворачиваем вязание. И вот она, наша петля двойная разворота. Когда мы будем ее провязывать, она с этой стороны у нас лицевая же. И вот эта манипуляция со сменой петель местами, она необходима, чтобы с лицевой стороны эта петля не была практически заметной. Все, идем опять, теперь у нас лицевой ряд. И встречаемся в конце лицевого ряда. Вяжем до конца, до нашей петли разворота практически, но отступаем от нее 2 петли. Я когда дойду до этого места, я там включусь и покажу вам, что мы делаем дальше. Ну, в принципе, дальше мы повторяем то же самое. Вы эту петлю разворота не пропустите, потому что она двойная. Но все равно включусь в конце ряда и все вам покажу более подробно. Итак, подхожу до конца ряда, практически до конца ряда. Здесь у нас, естественно, все это будет увеличиваться. Вот она, наша первая петля разворота. Вы видите, что она двойная. Ее невозможно не заметить. От нее отсчитываем 1, 2, 3 петля разворота. И от того, какой шаг, во сколько петель вы сделаете, сколько это будет, 4, может быть, либо 5 у вас петель, зависит, сколько у вас разворотных рядов будет. Но у меня шаг 3 петли, повторюсь, у вас он может быть другим. Все зависит, какой наклон плеча вы хотите. Если он более пологий, значит, петель нужно увеличить в петле разворота, там 5-6. Если, как я, вот так вот более крутой, то у меня шаг 3 петли разворота. Итак, считаем. Вот он, первая петля разворота. 1, 2. От нее считаем. 1, 2. Значит, 3 у нас должна быть петля разворота. Смотрим, она у нас изнаночная. Значит, делаем изнаночную разворотную петлю. С той стороны вхожу на петлю ниже, на ряд ниже. Провязываю, вот так вот вытащила, теперь эту петлю вытаскиваю, меняю местами вот эту нашу вытянутую и вешаю опять на левую спицу. Можно потом немножко подтянуть. Все, вот мы выполнили петлю разворота в лицевом ряду, но она у нас была изнаночной петлей. Все, дальше вяжем до конца ряда, и в конце ряда мы делаем то же самое. Уже я не буду повторяться. Мы находим здесь нашу первую петлю разворота. Вот она, видите, двойная. От нее считаем 1, 2. Вот она здесь у нас лицевая. Вот эта 3 петля отсюда у нас будет разворотной. И делаем так до тех пор, пока у нас, сейчас я вам покажу,
Вот здесь вот у нас по горловине мы с вами решили, что будет 4 разворотных ряда. По лицу у меня 6 разворотных петель. Вот, чтобы нам не ошибиться, мы отсчитываем 4 раза по 3 петли. Можно повесить маркер. Вот 1, 2, 3, 4. Вот здесь вот вешаем маркер. Это у нас с одной стороны. То же самое отсчитываем от второго края выреза горловины. 4 ряда. 4 я отсчитала здесь. Да, наверное, 4. Вот и считаем. 1, 2, 3, 4. Вот это у нас будут разворотные петли по горловине. И сюда, то есть 12 петель мы отсчитали. Повторюсь, что по лицу я отсчитывала здесь 6. 6, 3, значит 18 петель. Маркер у меня был где-то вот здесь с одной стороны и где-то вот здесь с другой стороны. То есть разворотных рядов по горловине у меня попереду было больше. Теперь, что мы делаем? Теперь с этой стороны, это у нас петли плеча с одной стороны и петли плеча с другой стороны. Когда у нас останется вот здесь вот от угла плеча, от верхней точки его получается, да, 12 петель, вот мы можем даже, чтобы не ошибиться, можно и здесь отсчитать 1, 2, 3, 4. Вот здесь можно повесить маркер. И до этого места мы все делаем без изменений, делая петли разворота по плечу с одной и с другой стороны. Когда я дойду до этого места, я вам покажу, тогда нам нужно будет разворачиваться и здесь, и здесь, чтобы дальше у нас пошли петли разворота по скосу плеча и по вырезу горловины. Когда дойдем до этого места, я включусь и все вам покажу. А пока вяжем все то же самое, делая петли разворота до вот этого места с одной стороны плеча. И здесь то же самое, отсчитаем 12 петель. И когда вот эти все петли провяжутся петлями с рядами разворотными, я включусь и покажу, что делать дальше. Итак, смотрите, что у нас получается. Я все-таки советую оставить вам только 2 маркера, которые отделяют нашу горловину, чтобы вы не запутались. Я повесила вот эти вот 12 петель, отделила, и, в общем, потом это непонятно. Лучше глазками смотреть, сколько у нас петель осталось, и так будет проще. Итак, вот заветные 12 петель, поскольку мы с вами решили сделать по горловине 4 разворота. Если бы это было 6 разворотов, значит у нас по плечу вот здесь нужно было оставить 18 петель, прежде чем перейти потом для разворота на горловину. Но у нас 12 петель, у нас 4 ряда разворота. Вот как раз эти 12 петель у меня последний сейчас разворот. И будем переходить на уже сразу делать петли разворота и на плече, и на горловине. Сейчас внимательно смотрим. Вот она. Ее невозможно пропустить. Значит, вот это будет петля разворота. И у нас таким образом останется 12 петель. И нам пора уже сразу в двух местах делать петли разворота. Смотрю в камеру, очень тяжело. Так, здесь у нас изнаночная петля. Мы ее вот так аккуратненько меняем местами и одеваем на левую спицу. Подтягиваем. Все. Вот теперь даже можем себя проверить. Должно здесь остаться 12 петель.
12 петель. Давайте считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Все правильно. Это наше плечо. И теперь мы будем делать первый разворот по горловине. Сначала мы будем делать одну сторону, а потом другую. Итак, считаем теперь 12 петель уже по горловине. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И вот эта 12-я петля — это наша первая петля разворота. Вяжем ее. Все, делаем наш разворот. Это наша первая точка разворота уже по горловине, чтобы сделать нам вырез горловины по спинке. И теперь вяжем до следующей точки разворота уже по плечу. Ничего сложного нет абсолютно. Вы можете рассчитать вот эти петли. Допустим, здесь у вас шаг 3 петли, а по горловине, допустим, 4 или 5 петель. Это все можно сделать, но я как бы не стала заморачиваться. Так, вот здесь мне надо поправить неправильно петельку провязать. Итак, идем до нашей следующей петли разворота по плечу. Здесь все меньше и меньше будет, уже остается у нас петель. Сейчас глазками просмотрю. Вот она, петля двойная. Значит, раз, два, вот это должна быть петлей разворота. Значит, мне нужно провязать еще 3 петли, и четвертая будет петлей разворота. То есть я смотрю. Вот она двойная, раз, два, вот эта петля разворота. Здесь она лицевая, здесь немножко проще. Давайте еще раз покажу. А то, мне кажется, я ушла из камеры. Просто в нижнюю петлю на ряд ниже провязали лицевой и набросили на спицу. Все. И теперь мы идем до петли разворота на горловине. И пока наши петли не закончатся вот здесь вот до маркера, мы делаем вот эти 4 ряда разворота теперь и по горловине, и по плечу. Вяжем самостоятельно, то есть вывязываем вот такую вот треугольничек. Вот эта петля разворота первая. По горловине, значит, мы должны следующую сделать вот в эту петлю. Ну и так далее. Потом вот в эту. И петли разворота у нас закончатся и по горловине, и по плечу. Выполняем это самостоятельно, потом включусь. Итак, вот моя последняя петля разворота и маркер. В принципе, маркер мы можем уже убрать. У нас по горловине тоже закончились петли разворота. Видите, вот она двойная. Раз, два. И петля разворота уже идет со стороны плеча. То есть мы сошлись. Все. Мы вывязали. Вот уже даже видно даже на спицах, что у нас здесь вывязано плечо. И вот он вывязан уголок. Небольшой уголок, но он есть.
Это вырез по горловине. Теперь нам нужно то же самое сделать вот с этой стороны. Вот она, второй маркер, это второе плечо. И здесь нам нужно сделать то же самое. То есть вот эти 12 петель по плечу и 12 петель уже со стороны горловины мы также вяжем укороченными рядами, делаем вот этот уголок. Что я делаю? Я ничего не отрываю. Здесь у нас уже все разворотные ряды провязаны. Мы просто идем по вязанию, провязывая вот эти наши петли разворота. Вот она, видите, двойная. Мы ее просто провязываем лицевой. Там, где была двойная наброшена, мы ее провязываем лицевой. Это петли разворота идут по горловине. Вот сейчас опять будет двойная петля идти, но здесь она у нас изнаночная, значит, мы ее провязываем изнаночной. Провязали. То есть там, где лицевая идет, мы провязываем лицевой. Я имею в виду петля разворота двойная, там, где идет изнаночная, провязываем изнаночной. Вот идет лицевая петля, вот она двойная, ее видно. Вот так вот мы ее двойную петлю провязываем одинарной, получается. Вот, в принципе, и все. Вот она, еще одна петля разворота, она у нас изнаночная. Я ее провязываю изнаночной. Вот. Ну а дальше петель разворота нет, мы просто продолжаем вязание по узору, доходим до нужной точки разворота, она у нас будет вот здесь на плече, потом возвращаемся вот сюда до 12 петли и уже здесь вот делаем вот эти укороченные ряды уже с этой стороны. Я думаю, что это понятно. Итак, я то же самое сделала с другой стороны горловины и по другому плечу. Осталось вот эти вот петли разворота, которые вот двойные, их отчетливо видно, провязать до вот этого момента и здесь оборвать нить. То есть что мы сейчас будем делать? Мы просто пройдемся по рисунку, буду подсматривать в камеру, мне очень плохо видно. Вот она идет двойная петля изнаночная, значит, сразу входим в нее и провязываем изнаночной. Я вообще вяжу восточным методом, но в данном случае вот эту двойную для меня лучше провязать бабушкиной. А то, возможно, будут вопросы. Так, не знаю, как лучше свет наладить. Но я думаю, что здесь достаточно, уже просто, я даже не знаю, как еще объяснить лучше. Надеюсь, вы поняли. Вот она двойная лицевая идет. Здесь провязываю ее лицевой. Вот как только я закончу провязывать вот эти вот двойные петли, петли разворота, вот она изнаночная. Провязываю ее изнаночной. Еще одна петля, по-моему, да. И можно оборвать нить. Здесь она у нас лицевая. Все, дальше петель разворота нет. Для закрепления еще одну петельку я провязала. И в принципе можно вот здесь оборвать нить. И дальше уже мы будем собирать. Здесь у меня короткая леска, я не смогу показать вам всей красоты, что у нас получилось, но уже видно, что у нас идет и плечо, и горловина. Я имею в виду
углубление. Покажу еще раз, как это получилось. Здесь леска длиннее по переду. То есть у нас здесь углубление получилось больше, потому что у нас здесь было 6 рядов разворота, а по спинке 4. Поэтому здесь мы оставляли 18 петель. Вот так вот. Центр оставался нетронутым. Вот здесь у нас было плечо. И по скосу плеча тоже, когда оставалось 18 петель, мы тогда стали вывязывать обратно поворотными рядами вот эту часть. Вот он, этот угол. Здесь поворотный и здесь поворотный. И вот укороченные ряды вязались с одной стороны, а потом с другой стороны. Я думаю, что ролик был для вас полезным. Я старалась. Напишите ваши комментарии. Ну а на этом я буду заканчивать. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.